Волосы, потому что вчера я попала под дождик. У меня пока что каникулы, поэтому я сегодня встречаюсь с девчонками. До этого я иду в центр занятости населения за тем, чтобы они поставили мне отметку. Вот. А вечером мы поедем в спортзал. И дабы моя макушка выглядела посветлее, мы сейчас используем сухой шампунь. Теперь мы подождем. Немножко посидели. Расчешем реснички пока что. Подождите, перед этим надо помассировать голову, верхушку и расчесаться. Отлично. Эффект отличный. Я использую батист Cherry. Утром мы нанесли крем. Сейчас мы наносим тональную средство. Перед выходом будет необходимо накрасить губы и макияж готов. Какая погодка сегодня? Это 9 градусов и ощущается как 7. Ну окей, отлично. Все, пора идти. Время уже очень много, надо бежать. Дождь. На улице идет дождь. Зайдем в русский магазин. Вот такой вот русский магазин был. Thank you.
плацдарм. Во всей весенне-летний период здесь будет стоять куча столиков, сидеть куча людей. Но сейчас пока что пусто. А мы сворачиваем направо. Да, и только такое. Еще хорошо тебе, Женя, в этой юбке. Это платье. Да? Классно. Хорошо смотрится. Ты сама делала, да? Да. Хорошо. Ходила, да, Женя? Нет, я пойду. Я хочу смотреть. Пойди, кальян, учила. Гуляем, распогодилось на несколько, на чуть-чуть. Вот. Красота. Что ты будешь делать с этим уже? Ну, я смонтирую. Купила яйца для блинчиков. Соответствующее место. Достаю такую лопатку силиконовую. Очень хочется есть. Да, забыла обед. Ничего не пообедал. Вот какой блинчик у нас получился. Пахнет вкусно. Купили масло.
попробуем первый блинчик. Вкусно. Так, пошел второй вход. Мой обед, я бы сказала. Вода, чтобы заниматься спортом. Мы пьем из-под крана. Вечер, почти 8, спортзал. Все. Карточка. Закончили, но гораздо интереснее ходить по утрам. А? Спортивная семья. Идем мы в темноту. А тут, как всегда, дождик. А, да, там Феррари магазин. Здоровский. Вам не видно, но поверьте мне на слово.